попадание. Поэтому действие платных абсолютно безопасно для органов и мало регулируемой мощности никому человека. Вследствие этого воздействия между кожей и электродом возникает платная дуга без скальпеля. Наиболее эффективным применением плазменных технологий является участие. Преимущество плазменной технологии перед лазером и РФ-лифтингом является поверхностное воздействие на кожу. Мело не распространяется глубже базальной мембраны. Поэтому действие плазмы абсолютно. После процедуры остаются корочки, которые...